Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, продолжаем проходить Infamous First Light, и у нас очередное задание на повестке дня. Помогите Дженни сдержать Шейна, который стремится захватить власть над городом. Дженни, ты здесь? Как дела? Загружаю программу на твой телефон. Видишь приложение для видео? Включи его. Что это? Картинка с ближайшего полицейского дрона. У Шейна скоро будет доступ ко всем этим штукам. Он подкупает копов. И что? А то, если хочешь найти брата так, чтобы Шейн об этом не знал, ищи и уничтожай эти дроны. Почему ты мне помогаешь? Потому что тебе не понравилось, когда забрали ту девушку. Мне уже не вырваться от Шейна. Но ты можешь. Так, ну хорошо, уничтожить полицейский дрон. Как он выглядит? Это была дорогая штука. Так и есть. Да, это было они просто. По 90 штук каждая. И еще одна, на углу третий из пресс. Хорошо. Ну, теперь нам добавили новое задание, искать дронов. Я, кстати, выполнил два дополнительных задания по... вот этим вот заданием на скорость, где нужно бегать за люманами, я их все сделал, и сделал все задания с граффити. Это, по-моему, как раз отображает справа, да. Вот, и мне за это дали две ачивки. Это мало ли кому интересно. Видишь, они везде проходят. Если такая будет у Шейна, он с тебя глаз не спустит. И брата тебе не видать. Ясно. Сейчас сломаю. Так, он где-то в переулке. Попал, гад! Так, похоже, полиция включила еще одного. Он движется чуть быстрее остальных, так что ловить его будет сложнее. Быстро это ничего. Это моя тема. Ну, он где-то в воздухе, надо мной. Это не дрон. Вертолет. Серьезно? Ты я не знала, не что убью. Это вертолет? Они так похожи, они выглядят... Маленький дрон и вертолет выглядят одинаково. Отлично, что еще ты мне скажешь? Делать-то вроде бы урон наносится, да еще как. Прикольно. Проныра, ты жива? Извини, я тут не смогла отличить дронов от вертолета. А, неважно, не я же превратилась в пылающие обломки. Я пришлю тебе координаты остальных дронов, и кажется, я знаю, где Шейн держит твоего брата. Кажется, это здорово. Шейн переводит пленников с места на место, но, по-моему, я поняла его систему. Все, я официально прощаю тебе вертолет. Скажи, куда идти, я уже там. Ну, я только разогнался. Да, все. Так, вот тут есть у нас новое задание. Ну, то есть новые из мини-заданий таких, которые вообще не обязательно, но лучше бы их сделать, чтобы получить очки на прокачку. На парковке, понятно. Вон. Не ожидал такого, да? Вот так-то видишь. Так, ну теперь давайте откроем себе задание. Вот это полная вседозволенность, по сути, да, в плане передвижения, мне вот очень нравится. Самое главное, быстро можно передвигаться. Кстати, помогу не брать, потому что у меня
А прокачанная жертвоспособность на 50% увеличена. Если можно не он немножко прихватить. Здесь вот он летит. Это птичка. По-моему, он летит под носком. Под мостом-то под мостом, я только не могу понять, на какую сторону он вылетает. Так, это мы граффити с котятками рисовали. Так, я помню это здание. Вон он, дрон. Сейчас не понял, куда он исчез. Вы покинули зону поиска, и что? Так если он там летел, я же увидел. Окей, хорошо. Я даже не буду спрашивать. Давайте заново. Так, он полетел под мост. Справа парк, он на ту улицу улетает. Вот он. Вот на что идут наши налоги. Чертов дрон. И все задания уже рядом. А остальных дронов я вырублю, наверное, уже. После этой серии. Принцип-то вы поняли, я думаю. Так, это не очень интересный процесс. Всех в том, что он новая акула, и для этого сажает смутьянов в контейнеры. И моего брата тоже? Да, но я не знаю в каком. Их 4, и все охраняются. Если начнешь их вскрывать, у тебя будет пара минут. Потом Шейн узнает. Буду действовать быстро. Спасибо. Первый рядом. Ну, это же, блин, не очень интересно, скажем так. Опять контейнеры. Я сейчас такую тревогу подниму. Здесь пусто. Конечно, у нас еще 3 контейнера. Пока никто не хватился этих охранников. Я заглушу их систему связи, это даст тебе время, но ты должна спешить. Хорошо. Шейн постоянно хочет быть в курсе дела. Его люди должны все время выходить на связь. Поспеши. Если меня поймают, он, наверное, решит, что это ты рассказала мне про контейнеры. Я буду уже далеко. Помогу тебе и свалю с чистой совестью. С чистой совестью? А что ты натворила? Угости меня коктейлем на пляже где-нибудь далеко отсюда. Тогда я расскажу. Ладно. Дженни, откуда столько полиции? Они просто кишат. Ты разнесла базу Деза, и полиция работает в 2 смены. Ты мой друг, враг народа номер 1. Вот так. Супер. Ну же, Брэнд, ты должен быть в этом контейнере. Время идет, поторопись. Я понимаю. Спешу как могу. Вот это я реактивный, блин. Тогда давай к следующему. Бегом. Куда? Продыра, что это задумала
моя задницу девочка. Иди. Сейчас я как бы занята. Ты задыхаешься. В чем дело? Представила, как я голышом скачу на твоей лошадке? Ну, это я понимаю. Или у тебя снова началась паническая атака? Я угадал? Снова свернешься клубком и отрубишься? У меня на хвосте копы. Пока. Проныра, давай! Да блин! Давай. У тебя мало времени. Чё я могу делать, если они бесят меня? Пролетай сквозь них, пожалуйста. В четвертом контейнере, да. Я все понял сразу. В чем дело, Дженни? Тут никого нет. Не знаю. Остался только один. Он наверняка там. Я взломала компьютер Шейна, чтобы узнать, где я. Быстрее! Я ради тебя. Рискую собственной шкурой. Пожалуйста, не подведи. Капец. Так. Пошли в задницу. Воздух! Все в воздух! Дженни, здесь пусто! Это подстава! Да ладно. Хреново. Дженни? Боюсь, Дженни сейчас не может подойти к телефону. Не трогай ее. Думаешь, я не заметил, что стали пропадать дроны? А? Об этой истории знала только Дженни. Я должен был выяснить, на моей она стороне или нет. Все это моих рук дело. Да ладно. Мозг это она, а ты просто лазер с розовой челкой. Дай ей трубку. Ты опоздала, она уже вышла. Ну, если поторопишься, то, может быть, еще успеешь. Я прям как знал, куда бежать. Я... Видишь, Пронера, Дженни заставила меня это сделать. Она знала, какова цена предательства. А ты-то сама знаешь? Мой брат. Ты убьешь брата. Хорошо. Пусть смерть Дженни не станет напрасной. Делай, как я скажу, и тогда твой брат будет жить. Да, вот так вот все. Знаешь что, встретимся на крыше Pioneer Building. Нам нужно копов убивать. Еще 5 штук. Так, ну в принципе у нас по пути одна камера, поэтому я думаю, стоит воспользоваться возможностью сделать это задание прямо сейчас. Хотел аккуратненько спуститься. Так, рядом с крышей летит. Так, вагончик метро где-то с этой стороны был. Зал до заветного. Понял.
Вот это, в принципе, прикольно, но все равно есть какой-то осадочек того, что не просто так наспех сделали такое задание, мол, давай выполняй, тебе все равно делать больше нечего. Потому что это интересно, действительно, через камеру дрона узнавать, где он, и с местностью сопоставлять картинку его и понимать, что вот так, сейчас он вроде бы сюда залетел, а нет, вроде сюда. В принципе, это прикольно, но не более чем. Вообще, по-моему, только Rockstar, да и то, даже у них в последнее время какие-то дополнительные задания небольшие сделаны не так, чтобы интересно. Вот прохожих, когда встречаешь, тоже как бы там либо велосипед там помогаешь им вернуть, либо там украденные деньги. Ну, то есть ничего такого прям, чтобы нас очень сильно интересного нет. Крыса помощная. Кто? Крыса. Блин, тут столько мусора еще всякого летает. Ну, вокруг этого здания нет. Еще, конечно, по звуку можно понять, где он, но... Он, скажем так, не такой шумный. Так, он вообще на улицу выкатился. Вот он. Привет. 90 тысяч баксов в дребезги. Как ты удачно. У меня, кстати, 19 очков. Давайте что-нибудь возьмем, например, воздушный рывок. Да, это мне поможет как раз на эти штучки собирать. Но на 5 очков я ничего больше не возьму. Может, что-нибудь тогда другое. Выпускайте стрелы, позволяет дольше замедлять время. И попадание в уязвимое место противника заполнит индикатор прицеля на 50%. Неплохо. То есть, если я попадаю в нужную точку, скажем так, у меня еще замедление времени дольше. Насколько я понимаю. Полетели. Так, я вот эту штучку красно хочу взять. Давай подхалим, чая, я ничего. Ну и вообще-то, наверное, не мне. Этот персонаж наш женщина. Помогите Шейну взять Сиэтл под контроль. Не очень-то хочется, честно говоря. Брать Сиэтл под контроль для этого козла. Так, Шейн, я здесь. Извини, крошка, я отвлекся. Возьми телефон и все увидишь. Коп, которому я плачу, наконец дал мне доступ к камерам. Вот то, что они транслируют. И что? Просто копы? Да, и они защищают начальника полиции. Я мечтаю с ним встретиться, но, к сожалению, не в такой большой компании. Да я не собираюсь охренел. Убивать всех этих людей ради этой встречи. Я их отвлеку, устрою шум, чтобы им пришлось выяснять, в чем дело. Как скажешь, золотко. Если встреча пройдет так, как нужно... Я на много лет стану правителем Сиэтла, а ты с братом сможешь уйти. Я устрою заварушку. В смысле, нанесите достаточно удар. Ну что, люди сходят с ума? Сходите с ума! Продолжай в том же духе. Копы уже нервничают. По факту, да, вот из машинных людей, то я просто убиваю. Убиваю абсолютно невинных людей. Нет, вообще не нравится. Продолжай.
познакомиться. И, кстати, для защиты мне нужен мой лазерный пистолет. Так, хорошо. Все не разбираются пока, в чем дело. А мы пойдем говнюка этого защищать. Бластер, блин. Неужели я их подниму? Я поднял их всех. Ну, пока, пацаны. Че тут как бы поделаешь-то? Так, ну вроде никого не подпустил. Шеф хочет тебе кое-что сказать. Прекрати! Я предложу твоему боссу те же условия, что и акулам, только убирайся из города. Слышала? Все получат то, что хотят. Да? А где мой брат? Держал его в паре кварталов отсюда. Теперь сама с ним разбирайся. И это все? Ты же все слышала? Ты уезжаешь, я становлюсь боссом. Все счастливы. Да ну гонево какое-то. Вообще не верю. Да. А, да это не долечу. Блин, а ведь мог. Мог ведь. Нам просто их надо 10 штук собрать. И... Ай, нет, слишком низко. А, ладно, в следующий раз. Пока пойдем дальше. Просто серьезно, мне их собрать? Почему 3 из 11? То есть тут 11 штук только на этом районе, тут 10, тут 11... Не, это тогда не. Тогда это очень долго. Я просто думал, что их всего 11 на всей карте, например. С тем, возможно, могу что-нибудь улучшить себе. Так, стазисный взрыв. Удерживать L1, чтобы накопить заряд энергии, произвести стазисный взрыв... Трое больше силы. Неплохо. Но я, пожалуй, возьму вот это. Так, мне нужно вниз. Отлично. Да ты охренел, ну я же не верил, ну. Ядовитый газ. Ах ты трус. А что делать? Тебя стрелять, только зря патроны тратить. Блин, где подняться-то? Когда я отсюда выберусь. Знаю, детка, поэтому ты не выберешься. Дышать. Сама понимаешь. Не могу. Когда мне становилось страшно,
Я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Брент знал, если мы не уедем отсюда, то никогда не завяжем. Он брался за опасную работу ради денег. Хотел купить катер и уплыть в Канаду. Я говорила ему, что это бред. Но когда он пришел без пары зубов, я завязала. Хоть меня адски ломало. Он оставался рядом все время. Не бросил меня. Он мой брат. Я люблю его. И ничто меня не остановит. Охренеть. Просто охренеть. Видимо, это мы потом тоже сможем. У него был бренд, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят. Вау, я хочу эту силу. Неплохо. Но почему вы решили показать это сейчас? Потому что я тренируюсь, пробую, набираюсь сил. Дайте врага покрепче. Хорошо, мисс Уокер. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Новая зона. Вас будут ждать ваши личные демоны. Проводник, который создает голограмму, без ума от видеоигры про демонов. Я не в восторге от стиля, но для обучения они прекрасно подходят. Что ж такая за видеоигра? Кажется, им это не нравится. Мы, проводники, живем в очень жестоком мире. Мы должны защитить себя. Вау! Шикарно. Давай, спрыгивай сюда, гад. Интересно, как валить? Валим подальше. Это не живые противники, но ваши чувства самые настоящие. Думайте о шее, направляйте свою ярость, отвали. Наращивайте силы. Прочь! Бесите! Отстаньте от меня. Как
Капец, что происходит? Много врагов, очень много врагов. Я уронил. Вот так. Гнев — это инструмент для управления всем вокруг. Мы проводники. Гнев — это весь плохо. Мир принадлежит нам. Ты тоже, что ли, одна из нас? Давай, хватай. Отстаньте от меня. Отстаньте, говорю, от меня. У вас есть потенциал. Спасибо. Похоже, вам начинает это нравиться. Запомните это чувство. Не сдерживайтесь больше. Видите, хорошо, на что вы способны? Будущее есть только у тех проводников, которые отринут прошлое. Я хочу услышать окончание вашей истории. Ух ты, уже окончание довольно быстро. Шейн хотел меня убить, так что выбора у меня не было. Только сражаться. Но проблема в том, что я не знала, где искать его или брата. Она сдохла? Надеюсь, да. Давай выстрелим еще раз, ну, на всякий случай. Я вам выстрелю. Где Брент? Они должны как-то друг с другом говорить. О, гарнитура и размерчик мой. Конвой номер 3. Уокер, не вижу. Нет, Шейн все учел. В грузовиках столько добра, она никогда нас не найдет. Подожгу грузовики с наркотой, и Шейн сразу прибежит. Нужно их найти. Это поможет. Так, ретранслятор. Хорошо, я смогу отсидеть, судя по всему, фургончик и уничтожить его. Грузовики, вам крышка. У вас ничего не слышно? Паранойя замучила. Здесь все чисто. Так, тихо. Снайпер. Может, я как-то должен запрыгнуть внутрь, а ты так шараш. Подожди. Я знаю, как его разозлить.
Смерть. Прикольно. Эй, босс. Проныра. Вот это сюрприз. Есть разговор. Нам не о чем говорить. Можешь поболтать с наркотой, которую я размазала по дороге. Не может быть. Может. Пока. Стой, не вздумай, ты... Жопа, иди. Придурок. Ну что ж, я думаю, на этом можно серию завершить. Увидимся в следующей. Не знаю, будет ли она последняя или нет. Что за хрень? Так. Наверное, это акулы. Надо было с ними разобраться. Если последнее, то дополнение довольно-таки короткое и быстрое оказывается. Но, в общем-то, в любом случае, в следующей серии мы с вами увидимся. Большое спасибо, что смотрели. С вами был Джек Шепард. Это нападение? Счастливо. Вы что-нибудь видите? Да ничего они не видят.